Гидрологи собираются в этом году отрегулировать весенний сброс воды в Волге, чтобы не навредить экологии водоема. По прогнозу метеорологов, в феврале ожидается увеличение притока воды в водохранилищах на 22% выше нормы. Принято решение установить режим сброса в 5000 кубометров в секунду. Это подготовит водохранилище к безопасному прохождению весеннего паводка. Уровень Волги сейчас в районе Ульяновской акватории установился на отметке в 50 метров. В то же время все районы области готовятся к прохождению паводкового периода. В Ульяновске спасатели управления гражданской защиты ликвидируют древесные заторы на реке Сельдь в районе поселка Дачный. В районах оценивают состояние бесхозных потенциально опасных гидротехнических сооружений. Весной существует риск подтопления территории областного центра и таких районов, как Сурский, Новоспасский, Ульяновский, Меликесский и Новомалыклинский.